Բարև ձեզ, առաջին լրատվական շարունակում է իր աշխատանքը եւ տաղավարում կզրուցենք քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Իսկանդարյան։ Բարև ձեզ։ Հունիսի 24-ին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Վլադիմիր Պուտինի եւ Էրդողանի միջեւ եւ այդ առընթացքում քննարկվել է նաեւ Արցախյան խնդիրները ու տարածաշրջանային իրավիճակը, սակայն տարածած հաղորդագրության մեջ ոչինչ ասված չէ, թե ինչ են խոսել Պուտինը եւ Էրդողանը Ադրբեջանում թուրքական ռազմականի տեղակայման մասին, թեև այդ մասին Շուշիում դեռևս Էրդողանը հայտարել էր, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջիկայում այդ թեմայով խոսելու են եւ ինքը եւ Ալիևը, ինչի մասին է դες ախոսում։ Первое, не знаю. Второе, у Путина и Эрдогана есть достаточно много тем для обсуждения, от Ливии и Сирии до нефтяного потока, ну вот южного нефтяного потока. Ну, конечно, в это включается и вот вся ситуация, связанная с Азербайджаном, Карабахом и так далее. Может быть, не самое главное для России, но достаточно острое. Третье. Я думаю, что в том или ином виде, с тем или другим названием, того или другого размера, но военная база турецкая в Азербайджане каким-то образом появится. Собственно говоря, военное присутствие в Турции, извиняюсь, в Азербайджане турецкое уже есть. И оно есть, вопреки очень распространенному представлению, оно было до того, до войны прошлого года, да, кроме того, что есть вот этот вот мониторинговый центр, какое-то турецкое присутствие было в самом Баку, в Сальянских казармах уже до войны. Это все, конечно, символически, речь идет о нескольких десятках человек, но... В общем, военное сотрудничество Турции и Азербайджана будет, вне всякого сомнения, продолжаться. Եվ այստեղ հարցը առաջանում է դեպքում արդյոք, որտեվ նման տեսակ էդ կա, որ Ալիևը եւ Էրդողանը Պուտինի հարցը բարձրացնում են այդ թուրքական ռազմականների հարցը որպես լրացուցիչ գործիք ճնշումների հարցում, հավանաբար հենց Զանգեզուրի Միջանցկի վերաբերյալ, որովհետեւ եթե հիշում ենք, հայտարարել է Ալիևը, որ հունիսի 5-ից, հուլիսի 5-ից հետո սպասում է բոլոր կետերի պայմանավորվածությունների իրագործմանը, նա դա ասել է Պուտինի հետ հանդիպման զրույցում։ И это тоже, конечно, конечно же. Азербайджан вообще довольно-таки, очень интересно, азербайджанцы торопятся. Они хотят сделать то, что им нужно, а им понятно, что нужно. Да, им нужен коридор. Им нужен коридор, и, может быть, им нужна какая-нибудь бумажка, что-нибудь, чтобы подписали Армения, в смысле, чтобы Республика Армения что-нибудь подписала. Но они это хотят очень сделать достаточно быстро. Я не знаю, это может быть связано с их внутренним политическим рынком, может быть, надо быстро что-то показать, потому что, например, ну, коридор понятно, а бумага это, ну, понятно, какая это бумага будет, да, в конечном итоге. Это будет такая бумага, которую армянские власти скажут, что она очень хороша для... Республики Армении и устраивать ситуацию. Армянская оппозиция скажет совершенно на полностью, она все полностью все делает безопасным. Армянская оппозиция скажет, что продали Армению Сюник, я не знаю, и так далее. Азербайджанцы скажут, что блестяще, а армяне признали, что Карабах остался в составе Азербайджана. Вот и все, вот что это будет. Да? Но Азербайджану это зачем-то нужно, ну, точнее, вообще-то понятно, почему нужно, но нужно достаточно быстро. Русским тоже что-то нужно. Ինչ են ուզում ռուսները, ռուսներին, որքանով է Մոսկվային ձեռնտու Զանգեզուրի Միջանցկի բացումը եւ արդյոք Մոսկվան կարողանա դիմանալ այդ եթե ձեռնտու է կամ ձեռնտու չէ։ Хороший вопрос. Можно я закончу на прошлый вопрос ответить очень коротко. Я попробую, да? Значит, русские с турками же, если вот эту часть треугольника брать, у них есть сотрудничество, есть противоречие. Они, с одной стороны, хотят с турками оставлять благоприятные отношения, с другой стороны, там есть проблемы. Мы же помним, турки хотели стать сопредседателями Минской группы. Им не дали. Кто не дал? Ну, не французы же с американцами. Турки хотели быть в составе миротворцев, собственно, по линии соприкосновения. Им не дали. Турки хотели мониторинговый центр сделать внутри территории, которая, ну, территория Арцаха, да, я имею в виду ту территорию, которая до
войны сентябрьской прошлого года была под управлением армян. Это им тоже не дали. То есть там есть и то, на что они хотят идти, и то, на что они не хотят идти. Идет торг, идет какая-то попытка установления баланса. Теперь, что хотят русские? Русские хотят, чтобы каким-нибудь образом продолжался процесс. Процесс, который начался с подписанием договора, соглашения в ноябре. Вот если это соглашение просто повиснет в воздухе и ничего дальше не будет происходить, это будет довольно плохая ситуация для русских, потому что что им класть на стол через 5 лет, да, каким образом дальше себя вести. Этот договор, это соглашение было о прекращении огня, это не договор о конфликте. Поэтому просто вот не стреляем, все, окей, хорошо, приводим миротворцев, дальше что? Похоже, что принята такая концепция, что для того, чтобы идти дальше, нужно разблокировать сотрудничество, нужно открыть дороги. И давление, которое оказывается на Армению, оно после выборов возобновится или уже возобновилось и будет довольно сильным и довольно-таки консолидированным. Это давление по поводу того, ребята, что-нибудь делайте. А что-нибудь – это открывайте дороги. Но под «открывайте дороги» азербайджанцы, турки и русские могут иметь разные вещи в виду. Да? Ինչեն պատկերացնում բացում ենք ճանապարհները Ադրբեջանը և Թուրքիան, ինչ է պատկերացնում դրա տակ Ռուսաստան? Отлично, вот правда хороший вопрос. Азербайджанцы и турки говорят о железной дороге, которая будет идти даже не из восточной части Азербайджана в Нахичеван, которая будет идти из Азербайджана в Турцию. Она будет проходить по территории Армении вот эти там 40, порядка 40 километров. Поезда, чтобы там не останавливались. И безопасность этого пути, чтобы обеспечивалась не армянами, скорее всего, русскими. Да? Вот эта дорога Азербайджан-Турция. Это никакой не экономический проект, потому что железная дорога из Азербайджана в Турцию существует. Она идет через Грузию, Халкалы-Кикарс называется, она не работает. Ее несколько раз торжественно открывали, развязали ленточку, целовались президенты, все так было. Разные разноцветные вагончики туда-сюда ездили, а она не работает, возить нечего, по большому счету. Соответственно, это политический проект. Вот этого хотят азербайджанцы с турками. Русские, им надо, чтобы что-нибудь происходило, какой-нибудь из вариантов. В принципе, их устроит любой вариант. Но, ибо им не дорога нужна, да? Им нужно, чтобы как-то сдвинулся процесс. Но со стороны Армении им говорят, что, ребята, а зачем нам это? Если открывается это, то пусть откроется что-нибудь другое тоже. Пусть оно не будет просто вот то, что нужно азербайджанцам и туркам, а вообще не нужно нам совсем. Потому что разговоры о том, можно говорить все что угодно, но вот эта дорога Армении, я не понимаю, зачем она. Вот из одной деревни, из Мегри в соседнюю деревню возить товары? Какие товары? О чем там вообще речь может быть? Да? В последнее время появились тезисы о том, что в обмен на это дадут армянам дорогу в Иран. Через Нахичеван, железную дорогу в Иран. Я не экономист, об этом лучше поговорить с экономистами, но мне тоже не кажется, что это великое счастье на самом деле. Для Армении, которая с Ираном имеет границу, и то, что из Ирана возят в Армению, хуже, лучше там, и так далее, оно возится так, как возится, а дорогу в Иран через территорию Армении много раз пытались построить, и не построили по финансовым причинам, это экономически было невыгодно. А будет ли открыта дорога, скажем, в Россию? Ну, надо смотреть, конечно, опять же, со специалистами говорить. Ну, вот я себе очень туго представляю, вот как это вот будет. Через Азербайджан в Россию это довольно серьезно, из Армении имеется. Дорога, которая, как будет обеспечиваться безопасность этих грузов, каким образом эти грузы будут ездить. Идет какой-то процесс вокруг этого, вокруг того, что слово одно – открытие дорог, а все три стороны видят под этим словом чего-то разное. И идет процесс, и этот процесс я бы назвал давлением на
армянскую сторону. Как из-под этого давления вылезать, теоретически более или менее понятно. Разделять консолидированность. То есть позицию турков и азербайджанцев изменить не удастся, это очевидно. Кроме того, что рычагов нет, кроме этого, им это нужно, они не будут с этого сдвигаться. Но позицию русских можно сделать несколько другой, не такой консолидированной. Для этого работать надо, для этого нужно, например, для этого нужен МИД. Например, для этого нужна дипломатия там и так далее. Какой-то процесс будет идти. Хакарак парагайон клини дзичум Москва и Кормит Хаястани Шахери Хашвин. Так может быть. Ничпес базмица сиерелем. Так может быть. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շաբաթ օրը հանդիպելով բանակի ղեկավարների կազմին ասել է, որ թուրքական ուժերի հետ ավելի սերտ համագործակցություն պետք է գնա և պետք է սպառազի ինման քանակը որակը բարձրացվի, ըստ ձեզ ինչի է պատրաստվում կամ ինչ նոր պատերազմի է պատրաստվում Ադրբեջանը, թե սա պարզապես մկանների ցուցադրություն է? Вы знаете, ну, с одной стороны, он всегда такое говорит. Он это говорил и во время войны, он это говорил до войны, он говорил после войны. Это просто цитировал, что мы не аллерджон, как говорят, берем Ильхам Алиев и ассоциации, так и на гастакасу мы идем от адрюционной массы. Я это и говорю. Я говорю, что он так говорил всегда. Я не говорю о том, надо ли это серьезно воспринимать или несерьезно воспринимать. Во всяком случае, после... уж точно 16-го года это надо было воспринимать более чем серьезно. Uh-huh. А реально, ну, об этом специалисты тоже говорили, начиная примерно с 2005-2006 года надо было достаточно серьезно к этому относиться. И сотрудничество Азербайджана с Турцией в военном строительстве, оно просто... Но оно определяющее в том, каким образом азербайджанцы развивают свою военную силу. Я помню, во время и после войны, когда я анализировал то, что происходит, в открытых источниках я не говорю о догадках и даже не говорю об анализе, когда ты анализируешь, как проходит операция и так далее. В открытых источниках смотрел те, которые доступны, биографии азербайджанских офицеров и генералов, которые в этой кампании участвуют, генералов в основном, ну и офицеров тоже, которые, старших офицеров, которые в этой кампании участвуют, практически все с турецким образованием военным. То есть, ну вот такого рода вещи, да, ну про Байрагдары и так далее, я уже говорить даже не буду, это, по-моему, все уже понимают, даже домохозяйки в Армении. И, ну, конечно, об этом всегда говорится, это один из способов влиять на Армению. Второе. Ну, конечно, это взаимодействие будет. Оно выгодно и Турции, и Азербайджану. И взаимодействие Турции и Азербайджана в военной сфере – это очень естественная вещь после того, что произошло в войну. И, конечно, они будут наращивать, к этому надо быть. Ну, это понятно, по-моему. Իսկ ռուս սահմանապահների հնարավոր ներգրավում հայ-ադրբեջանական սահմաններին ձեզ որքանով կլուծի խնդիրը, պետք է արդյոք անվերապահ վստահել ռուս սահմանապահներին, թե պետք է նաև միջազգային սահմանապահներ Հայաստանը փորձի նաև ներգրավել, դիվերսիֆիկացնելու համար հնարավոր ռիսկը? Никому не надо в политике. Политика – это не такая область, в которой можно испытывать такого рода чувства. А то, что происходит с расположением русских войск пограничных между армянами и азербайджанцами, будет происходить процесс этот не такой быстрый, но он постепенно будет разворачиваться. Они будут становиться между по некой линии. Будет эта линия устраивать армян, это мне сложно сказать, потому что на самом деле русским, где именно, под чьим именно управлением находится вот тот или иной Севлич или квадратный километр, или та или иная высотка, не интересует совершенно. Вот управляет севличем карабахцы или Республика Армения, или Азербайджан, им все равно. Им нужно сделать так, чтобы граница стала более или менее стабильной, чтобы по ней прекратились, ну или минимизировались те эксцессы, которые происходят. Я думаю, что не очень просто, но этот процесс до чего-нибудь будет доведен,
И рано или поздно это случится. Я думаю, что представить себе, что в результате этого процесса мы откусим у Азербайджана какие-то территории, это вряд ли. У нас нет к этому никаких ресурсов. Что Азербайджан какие-то территории откусит в результате этого, вполне могу себе представить. Сколько и в какую сторону, посмотрим, это зависит от того, как мы будем сопротивляться вот этому давлению. Но на каком-то уровне, рано или поздно, эта линия будет проведена. Այ հենց դիմադրությունից խոսենք, որովհետև տեսակետ կա, որ 8-րդ գումարման խորհրդարանը ամբողջությամբ պրոռուսական խորհրդարան է, ինչը չափազանց ընդունում է Մոսկվային, եւ որ այնտեղ չմտա որևէ ուժ, որը կարողանար իրական ընդդիմություն լինել եւ դիվերսիֆիկացնել այդ վեկտորների ուղղությունը։ Այդ դիմադրությունը ինչպես է դառնալու։ Никакой перспективы входа в парламент тех политических сил, которые громко говорили о, и довольно театрально о всяких, у которых были, ну, вот такие несколько, как бы так сказать, да, я их даже прозападными назвать трудно, антироссийские никакие, какие-то сентименты. Нет, так я не скажу, потому что называют себя проармянскими все. И те, которые выступают за увеличение сотрудничества с Россией, и те, которые выступают за увеличение сотрудничества с Западом в разных вариантах и так далее. Проармянскими себя все называют. А те, которые, ну, вот такой открытой, выраженной программой, которая за то, чтобы заменить Россию в регионе, у них не было перспектив пройти в парламент. Просто не было. Кроме того, мы прекрасно видим, и, по-моему, по тому времени, которое прошло после революции 2018 года и выборов в 2018 году, мы видим, что происходит с людьми и политическими силами, которые бывают прозападными тогда, когда они на улице. Вот когда они попадают с улицы в какие-то кресла правительственные, они превращаются в свою противоположность. Вообще ориентация Армении вот в этой вот прозападной, антизападной и так далее, она определяется не личностями, не людьми. Она определяется такими довольно серьезными обстоятельствами, как наличием карабахского конфликта, который не закончен, наличием, там, скажем, русских миротворцев, физическую безопасность жителей Карабаха, этнических армян. И вообще республики, НКР, Арцах обеспечивают русские войска, да, членством Турции в НАТО, наличием Грузии между нами и Россией, отсутствием выхода к морю, наличием границы с Ираном, ну и так далее. Так, при таких обстоятельствах это определяется в огромной степени географией и геополитикой, а не тем, какой именно человек оказался у власти. Мы же помним, скажем, просто премьера нынешнего, да, Никола Пашиняна до 18 года, будучи парламентарием, это был человек, который голосовал против входа Армении в Евразес. Это был человек, который говорил о выходе Армении из ОДКБ и что случилось, когда он пришел к власти. Соответственно, это таким образом не работает, что просто вот какие-то люди попадут и изменится политика. Не говоря уже о том, что люди, которые так говорят, они не имели шанса попасть в парламент. Это не очень серьезно. Եվրասիական պատվիրակությունը ժամանել է Ադրբեջան եւ Հայաստան, սակայն ամբողջ հարցը այստեղ հետեւյալն է, թե Կովկասում ռուս-թուրքական այդ պատնեշը, այդ օղակը ճեղքելու համար ինչ նոր մշակույթ քաղաքականություն մարտավարություն է ուզում կիրառել Եվրամիությունը, որովհետեւ մենք տեսանք, որ երկու ազգը Եվրամիությունը, այո, Եվրամիության պատվիրակությունը, Եվրասիական ասացիք, թե Եվրամիության եւ Բրյուսելին փաստացի կրկնակի ջանքեր են պետք դրա համար, ճանաչելով որոշ շակի լծակներ զուտ այն իմաստով, ուժային լծակներ, այստեղ Եվրամիությանը անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, գործուն աջակցությունը, այսպես ասած մանդատը. Եվ խնդիրը հետևյալն է, ունի այդ աջակցությունը, այդ մանդատը գործելու Եվրամիությունը տարածքում, տարածաշրջանում, Կովկասում, թե ոչ, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, տարբեր աստիճանների են, այսպես ասած, հարաբերությունները Եվրամիության հետ, թե Հայաստանում և թե Վրաստանում և թե Ադրբեջանում. Во-первых, не существует, в этом смысле не существует такого субъекта, как Евросоюз.
разные страны Евросоюза принципиально разную, по-разному видят то, что происходит в регионе и политику по отношению к региону. Я Франция, Греция, Кипр совсем не похожи, например, на Германию, например, на некоторые восточноевропейские или центральноевропейские страны, на скандинавские страны и так далее. Я уже не говорю про Англию, которая, конечно, уже не член Евросоюза, но у нее чрезвычайно специфическая политика по поводу Южного Кавказа. И это приводит к тому, что единой политики по Южному Кавказу Евросоюза либо не может быть вообще, либо она может быть очень такой мягкой, очень текучей, очень лобильной. Во-вторых, программа Восточного партнерства находится в не самом лучшем периоде своего развития, скажем так. Давайте вспомним, в страны Восточного партнерства входит, например, Белоруссия. И вообще, как сейчас мы будем говорить о работе Евросоюза в Белоруссии, на фоне всей той фантасмагории, которая происходит в этой стране. Я говорю о восточном партнерстве, в отношении Азербайджана. Азербайджан очень специфическое государство даже внутри восточного партнерства. Америка, готова ли она поддерживать Евросоюз и работать здесь? Мы посмотрим, какая будет политика Америки здесь, но я точно знаю, что позиция Армении здесь связана, в нашем регионе, будет связана не с представлением европейцев о демократизации Южного Кавказа, а с Ираном. И с тем, и с Турцией тоже отчасти. Каким образом Соединенные Штаты будут позиционировать себя в контексте иранской политики своей по отношению к Ирану. Вообще, это верно для многих регионов, для нашего очень сильно верно. Наш регион, любой регион видится крупнее изнутри, чем снаружи. Это мы отсюда думаем, что все ночью не спят и думают о том, как это на нас повлиять. Что Байден просыпается утром, и первое, что он включает, это подсветку карты Республики Арцах и думает, как же ему дальше поступать, что в Париже, в Лондоне, я не знаю, где еще, там, в Москве, только об этом. Нет, это не так. Внимание международного сообщества к нашему региону уменьшается, а не увеличивается. Շնորհակալություն մեկնաբանությունների հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էին քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձությունների շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։